Смотрите в пятницу 10 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Был уличным, стал домашним. Счастливая история бродячей собаки. Видео-визитки о собаках и кошках, которые хотят домой. Гости в студии. Кинолог общественной организации «Зооклуб» Алена Ляпина и один из ведущих ветеринарных врачей города Дмитрий Ахановский. Обсуждаем важную тему – необходимость стерилизации животных. Смотрите в пятницу 10 декабря в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу «Хочу домой».